Ребята, всем доброе утро! Я рада приветствовать вас. У нас сегодня на повестке дня поход на рынок. Идем посмотрим, может, есть персики. Этот как на русском? Черешня. И берем вас с собой, не знаю. Вам уже, наверное, конечно, подтошнил наш рынок. Но что, пока мы ездить никуда не можем. Да и пока не на чем. Потому что еще по-прежнему техосмотр не прошли. Ничего не работает. Вот, так что шагаем за покупками. Что-то с утра. Там вроде бы как-то и ветер сильный. Берем клубничку. И черешня есть. Черешня здесь сильно переспевшая. Пойдем посмотрим где-то в другом месте. Сейчас пошел сезон персиков и абрикос. Так что хотим их взять тоже. Клубника по 3 евро. Если берешь 2 килограмма, то за 5 евро. Возьми, попробуй. А он написал про бар. Но? А, вали. Взяли синие по рублю. Перец тут некрасивый. Взяли синие и цукини по 80 копеек. Как всегда, наши любимые апельсинки. Но что-то такие дороговастые по еврику. Я уже даже не помню, когда мы покупали в Испании такие дорогие апельсины. Лук взяли по 60 центов. Идем дальше. Да. Черные помидоры. Перец болгарский. Евро килограмма. Если берешь 2 килограмма, то 75 центов. Купили абрикос. Килограмм абрикоса 75 центов. Вот такая вот красавица. Даже я без своего арбуза. Все. Персики что-то такие твердые, не хотелось как-то брать. Так что будем, значит, с абрикосами, с клубникой и с арбузом. У меня нет. Все мелочи есть. 60 копеек. Покупки на рынке не обошлись даром. Хочу вам показать вот такие вот эмпанада. Это традиционное испанское блюдо. Они бывают разные, с тунцом, с томатом, с курицей, с хамоном. Но мы очень любим с овощами. Давайте распилю. Вот так, так что пьем чай. А кто не чай? Второй день уже не чай. Я вас скоро брошу и будете еще скучать. Ну реально, ребята, просто очень-очень жарко и без холодного чего-то просто нереально жить. Все, мы будем завтракать. Кто сейчас завтракает, всем тоже желаю приятного аппетита, всем хорошего денечка и до встречи. Ребята, хочу показать, некоторые девочки задавали мне вопросы, увидели, что я употребляю в пищу спаржу. Говорила, что это наша любимая. Вот и хочу сейчас показать. Я немножечко добавляю оливкового масла. Потом на сковородку немножко добавляю
чеснок для того, чтобы маслу отдал запах. Сейчас чеснок чуть-чуть пожарится в масле для того, чтобы был приятный аромат. Я его потом достану, ой, и опущу спаржу. Вот я спаржу хорошенько помыла, разложила ее, чтобы она просохла. И теперь выкладываю на сковородку. И жарю ее такую, чтобы она была аль денте. Вот когда она станет такого ярко-зеленого цвета, я тогда ее уже достану. Вот видите, она стала такого более ярко-зеленого цвета. Сейчас я возьму, немножко присолю ее, чтобы она была не столь пресная. Опять перемешаю. И все, буквально пару минуточек. Она когда будет так чуть-чуть слегка хрустеть. Это девочки спрашивают: Аня, что ты с ней делаешь? Что ты с ней делаешь? А мы ее обожаем. Это будет наш гарнир к рыбе. Вот так вот, ребята, видите, я запекла рыбу в духовке с перцем и спаржа. И вот так вот мы ее едим. Это просто для тех девочек, которые мне задавали вопросы, что я с ней делаю. Мы ее очень любим. И еще пожарила синенькие с помидорчиком. Все, мы будем трапезничать. И кто кушает сейчас, тоже всем желаю приятного аппетита. Там родители вышли погулять с детьми на уличку. Сильно так, чтобы не это. Это ты сама делала? Да. Мама у нас вообще. Пришли. Узнает, мальчишки гуляют в парке. А мы решили перекусить, мальчишки пиво выпить. Мы прогуливаемся. Здесь были столики, стульчики, но из-за коронавируса все убрали. Странные. Ну ничего, мы не нашли себе камешек. Что? Отдыхаем. Девочкам скажи привет. Всем привет. Приходите к нам. А мальчикам не надо? Привет. И мальчикам можешь сказать. Никто не знает, все равно можешь меня не снимать. Познакомься. Маруськин. Маруся у нас серьезная девочка. Ты что? С ума сошла? Ты хочешь, чтобы мы друг друга за это видели? Давай. Опа, молодец. Вот такая вот у нас прогулка в парке. Это Данила, друг. Что умеет друг, покажи. Ну, колесо просто сделай. Что умеет друг? Я плохо умею.
Юля, девочка моя. Все, ребята, вечер дурачества у нас подошел к концу. Отдохнули, погуляли, надурели с детьми, в общем. А теперь идем домой. Так что извините, что такое чисто семейное, домашнее какое-то видео. Но пока так. Спасибо, что вы нас смотрели. Спасибо за то, что вы у меня есть. Ставьте лайки. Я вас всех очень-очень люблю. И всем пока-пока.